Знаете, как бесконечная красота. Вот какой-то такой термин вот просто. Я, наверное, думаю, что невозможно это описать. Это просто потрясающее, огромное что-то, сильное. Это мы уже наделяем, люди. Гора. И она вот передо мной. Я ее вижу. Она практически, до нее можно дотронуться рукой, вот она. Смахнуть с нее облака и сказать ей, пожелать ей спокойной ночи. Потрясающе красиво, друзья.